котика. Я так кушать хочу, я так замерзла. Девочка моя, ну, продержись один день, потерпи. Я прилечу завтра утром. Скажешь таксисту, где ты, я тебя найду, только, пожалуйста, не плачь. Мила пани, пойте со мной. Ну вот, вот, возьмите. И что мне теперь делать? С голоду помирать, что ли? Нехе, Карле, я то заплатим. Слышь, подруга, забери у него бутылку. И давай держись. Кому сейчас легко? Дорогие пани, можно посмотреть ваши документы? Здравствуйте. Добрый день. Я хочу взять небольшой кредит под залог 2000 евро. Вот документы на дом в Курской области. Мы хотели его продавать. Там оценка месячной давности. Мы берем в залог высоколиквидную недвижимость. И, как правило, только в нашем регионе. Но вам же нужен пустячный кредит. Скажите, вы работаете? Просто принесите справку с места работы. До свидания. Добрый день. Оля, ты почему здесь куришь? Здрасте, Елена Васильевна. Лара, где Сергей Леонидович? Мне нужно получить расчет срочно. Он в омский филиал улетел. Как это? Сам? Странно. Да, кот за дверь, так мыши в пляс. Ну что мне теперь делать, а? За дверь не то слово, Лена. Он в Омске не появился. Пропал. 2 дня уже неизвестно где. Мы вот думаем, надо же, наверное, милицию заявить. Лара, я в отчаянном положении. Пожалуйста, дай взаймы, а? Да ты что, Лен? Какой взаймы? Я, может, сейчас без работы останусь. Коль, безвыходная ситуация. Нет, я не дам, извини. Черт его знает, что с нами теперь будет. А может, ты займешь у кого-нибудь? Да у кого? Для любого из моих знакомых это гигантская сумма. Ну, хочешь, машину продадим, она ведь на твои деньги куплена. Ты что, смеешься? Я билет забронировала на утро, а времени вечер. А что, Рита не дает? Точно. Ритка же есть. Последние мозги уже потеряла. Ладно, пока. Лен, подожди. Ты когда из Праги вернешься, надо будет как-то с имуществом разобраться. Да езди ты на этой машине, что мне жалко. Лен, я сейчас о квартире говорю. Все-таки это же отцовская квартира, а я фактически на улице остался. Да. Я и забыла, что это твоя квартира. Прости. Черт! У Мишкиных друзей занимать? Так это он меня убьет? Это же ему позор! А сам? Лен, ну такой жадный! Ну ты не представляешь себе! Я уж тысячу раз пожалела, что Толика бросила. Тот хоть мало давал, так он отчета не спрашивал. А этот? Я тебе раньше не хотела просто говорить. Ладно. Он послезавтра из Африки прилетит, я у него выпрошу. Да нет, Рит. Алька и так уже 2 суток голодает. Лен, ну он мне на карту копейки переводит. Почему ты мне сразу не сказала? Я бы ни за что не потратила. Прогнала меня вчера. Ну, прогнала. Но кто же знал, что такое может случиться? Ну, а я? Я думаю, ну и ладно. Пошла к косметологу, сделала подтяжку на этом аппарате новом. А там знаешь, сколько сантиметр стоит? 1000. А это мы в Венецию ездили месяц назад.
Ой, а ты знаешь, что такое? Что? Карточка. В один специальный элитный клуб. Мефисто. Девки показывали и забыли. Ну, эти подружки Мишкиных друзей. Сидели тут 3 часа. Все решали, траливали, где будут время проводить. Они в этот клуб развлекаться ходят. И одновременно деньги зарабатывают. Деньги большие. А мужья ничего не знают. Ну, ты представляешь себе? Ладно. Пойдем посмотрим, что из моих вещей можно быстро продать. Да когда продавать-то? У меня утром самолет. Алечка. Мам, меня забрали в полицию за кражу. И вот разрешили позвонить. Они сейчас мою личность устанавливают. Пожалуйста, приезжай скорее. Лена, стой! Ну куда ты? Ну не могу же я голая за тобой бежать. Алло. Входите, Татьяна Львовна. Леночка, тебе удалось деньги достать? Да, все в порядке. Татьяна Львовна, я когда из Праги вернусь, с вашей квартиры съеду. Не буду здесь больше места занимать. Лена, Господь с тобой, куда ты уйдешь? Я ж тебя как дочь люблю. Ну, прости ты меня. Ну, прости, дуру старую, что я Альке рассказала. Господи, только бы ничего худого не случилось. Я тебе этого никогда не прощу. Еще что-нибудь желаете? Нет, спасибо. Поручик Тюрин, к вашим услугам, мадам. Ты? 2000 евро для гусара. Не вопрос. Явился, не запылился. Черт бы тебя побрал. Да. Сюрприз явно не имел успеха. Убирайся отсюда, я тебя видеть не хочу. Не хочешь видеть? Нет проблем. Так лучше? Нет. Пусти меня! Пусти! Ни за что. Я кричать Давай. Буду! Давай, только хором. Караул, пожар, горим! Пусти! Присядь. Вот так. Какая же ты скотина. Каждый день сюда ходишь, да? Ну, конечно. Я почетный член этого клуба. Подожди. Жаль, что ты против. Хотя сначала мне не понравилось. Очень консервативно. А теперь как-то вся так растрепалась. Даже бюст на 2 размера больше стал. Правда? Вот как на духу. О, так, пора переходить к делу, а то ты меня просто убьешь. Я позвонил тебе, трубку взяла Рита. И рассказала мне, что у тебя от горя крыша поехала. Лен, возьми у меня деньги. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Рита сказала, ты компьютерщик. А можешь следы посещения в системе банк-клиент стереть? Да легко. А зачем? Сейчас поедем ко мне на работу. Я хочу снять со счета то, что мне причитается. Вернее, очень малую долю от того, что мне причитается. Все, дальше пойдем пешком, чтобы никто машину рядом с фирмой не увидел. Лен, мне жалко вашего охранника мочить. Такой хороший дядька. Ты что, совсем уже, что ли? Да он спит там по ночам тихо, мирно. А вдруг проснется?
Очень смешно. Так, вот ключ от черного хода. Тихо зайдем, он не услышит. Ладно, снимай чулки. Зачем? Ну, как на голову наденем. Камеры ведь не спят. Да нет у нас камер. У меня начальник, знаешь, какой жадный? Я у него 3 года денег просила, чтоб сейф побольше купить. И чё, не дал? Нет. Вот негодяй. Ну, ничего. Мы сейчас у него без спроса возьмем. Пошли. Никого. Только ты не думай, что я эти деньги краду. Да я и не думаю. Он меня много лет обманывал. Когда начинали, нормально было, а потом... Зачах над златом, как Кощей? Да, так что ты не думай. Да я не думаю. Я ради тебя что хочешь сделаю. Если надо будет, Центробанк ограблю. Хочешь? Бери руки. Думаешь, помог мне, так и все уже, что ли? А что? Нет? Нет. Ну, тогда придется рисковать жизнью бескорыстно. Да где оно тут? Не вижу ничего. Да, Андрей Павлович, слушаю тебя. А почему шепотом? Пиво холодного в самолете выпил. А, я еще на работе. Слушай, ты там стоишь или сидишь? Сижу. Куда переводить? Хорошо, что сидишь. Я сейчас... Совершенно случайно узнал, что твой вундеркинд Никита все результаты по новой программе на сторону продал. И они уже успели это зарегистрировать. Так. Приключения продолжаются. Вот реквизиты моей кредитки. Игорь, надо срочно... Напротестовывать, пока они в продажу не пустили. Ты, кстати, поговорил с тем человеком, с которым хотел? Пока нет. Поговори. И тут же возвращайся, хорошо? Есть. Умеешь ты, Андрей Павлович, человека уговорить, а? Пока. У тебя что, проблемы какие-то? Все, денежки улетели. Да нет, никаких проблем. А теперь вставь вот это. Зачем? Следы посещения стереть. Там программы всякие специальные, давай. Надеюсь, нас никто не увидит. Я тоже. Вообще здорово, мне понравилось. Буду сюда приходить, когда деньги закончатся. Игорь! А что, нельзя? Нельзя. Ну ладно, не буду. Вот. А? Каким ты был, таким ты и остался. Это хорошо. Значит, ты опять в меня влюбишься. Размечтался. Во сколько самолет? 7. Сейчас переоденусь, соберусь и надо выходить. Давай, я тебя подожду. Пойдем со мной. Ты голодный, наверное. Чаю попьем. Это гуманно. Только будет очень смешно, если Вадик вдруг домой вернется. Не вернется. У него там все серьезно. Ну, хоть это радует. Как представили, что Алька там в участке сидит. Это же как в тюрьме. Да ладно. Все будет нормально. Ой, да что ты понимаешь вообще? У тебя одно на уме. Ну, кое-что я все-таки понимаю. В этой ситуации тебе, скорее всего, понадобятся деньги. Поэтому я перевел тебе на карту 100 тысяч. Ты что, с ума сошел? Это же кража, преступление. Нужно срочно все вернуть обратно. Лена! Черт, нужен терминал. Нет, тогда я на самолет не успею. Ну как ты мог со мной так поступить? Вот что мне теперь делать? Ли, успокойся. Я перевел больше, потому что сам не могу с тобой лететь. Ну, у меня накопились срочные дела. А если не понадобятся деньги, ну переведешь их обратно, когда вернешься. Но мне кажется, тебе обязательно надо отдохнуть. Выручай ребенка и поезжай куда-нибудь с ней на море. Я не поеду на море на краденные деньги. Почему? Тебе начальника своего жалко? Да мало у него деньги со счета снять. Его вообще... Усыпить надо. Да разве в этом дело? Ой, тебе объяснять.
Лена, с чего ты вдруг Вадика так резко полюбила? Что? Ну, письмо-то мне написала. Значит, Вадика полюбила? Я тебе написала, потому что ты мне изменил. Лен, я тебя серьезно спрашиваю. Я 16 лет мучился. А я тебе серьезно и отвечаю. Ну-ка, выходи. Зачем? Выходи. Выходи, я тебе сказал. Куда ты меня тащишь? Да я тебя убью сейчас. Убью и в землю закопаю. И надпись напишу. Ну ты что, дура совсем? Ты зачем это сделал? Не надо на меня орать. Это ты мне изменил перед тем, как в армию уйти. А я случайно об этом узнала, и все, хватит. Не хочу больше говорить об этом. Самое смешное, я не помню, что изменил. С кем? С этой рыжей, которая в твоем общежитии ко мне приставала? Как ее? Я даже не помню, как ее звать. Помню, только у нее кофты все время красные были. Да нет, Лен, ну это когда было-то? Вот тебе крест не изменял. Как сказал, что поженимся, так все. Болтун ты, Игорь, и крест тут ни при чем. Поехали, у меня там ребенок. Телефоны у тебя мои есть? Если что, сразу звони. Хорошо, пока. Подожди. Что? Ну ладно, 16 лет коту под хвост. Но сейчас, когда все выяснилось, наконец-то, теперь мы можем быть вместе? Нет. Почему? Потому что ты не помнишь. Что? С кем я изменил 100 лет назад? А зачем я теперь должен это помнить? Затем. Лена, я не вижу логики. Ну хорошо, я попытаюсь разобраться. Да ладно. Тебе же всегда было плевать. Вот и сейчас плюнь. Пока. За майора. Ну, давайте. Ну что, за Игоря куда? Игоря, за тебя! Давай, тост! Учитель, самый короткий армейский тост! Но! Раз, два! Сашка? Ты чё здесь? В армию тебя провожаю. Не-не-не, тебе нельзя тут. Тут мальчишник. Иди домой. Ещё чего. Лен! Леночка, подойди ко мне, пожалуйста. Это что получается, что Алька моя дочь? Конечно. Саша мне все рассказала, когда ты в армию ушел. Прощай. Здравствуй, Саша. Привет. Вот познакомься, русский консул Сергей Ильич.
Ускорил, так сказать, процесс. Елена Смирнова, очень приятно. Вторая мама, я правильно понимаю? Да. Ну что ж, милые дамы, надеюсь, ребенка вы поделите мирно. И мне не придется в роли царя Соломона выступать. Не беспокойся, Сережа, у нас уже все решено. Тогда, с вашего разрешения, я откланяюсь. Желаю удачи. Саша, как такое могло случиться? Лена, я, конечно, не мать Терезы, но что-то я ни в чем не виновата. Мы после приема закатили к друзьям, потом в казино, ну и зависли на сутки. Батарейка, конечно, в телефоне сдохла. А она просто перепутала подъезд. Ну что, Чумазик, поехали домой мыться? Поехали. А может быть, хоть немного посидим в каком-нибудь кафе? Зачем? Ну как же. Только увиделись и сразу расставаться. Хотя да, конечно, вам домой надо. Ты мне не подскажешь какую-нибудь гостиницу? Перестань! Я тебя что тут, брошу что ли, посреди дороги? Поехали, места всем хватит. Иржи, мы едем домой. Да, баронесса. Барона нет. Он умер. Я ужасно несчастная вдовая баронесса. Сбылась мечта идиотки год назад. Значит, ты разлюбила своего Альфонса? Нет, Лена. Альфонс не был бароном. Он был сутенером. Хотя почему был? Он и сейчас сутенер. Я к нему приехала и говорю. Люблю, говорю тебя, Альфонс. Пуще самой жизни. А он, это хорошо, говорит. Паспорт у меня отобрал, да под фонарь ты меня и поставил. Я, Ленка, 6 лет в такой грязи провела. Ты даже про такую не слышала никогда. Саша, ну почему ты нам ничего не сказала? Кому? Вам? Маме? Татьяне Львовне? Вадька в армии был. Ты в общаге сама с голоду подыхала. Это я во всем виновата. Ребенок уехал не весь куда, а я... Надо было тебя вернуть. Перестань. Ты ж тогда с Алькой возилась. Всех чужих людей не обогреешь, Лен. А в Россию было возвращаться тогда, знаешь, и с Содома в Гоморру переезжать. Толку мало. Хотелось как-то в Европе выкарабкаться. А барон почему умер? Я его отравила. Шучу. Ну, он же тогда был старенький. Мы встретились с ним, это очень смешной случай. Но это ладно. Ему 65, все как на заказ. Жена умерла, детей иметь не может. Ну вот, я ему 10 лет за всех и была. Ну, а потом уже как сиделка. Поженились мы с ним прямо перед его смертью. Ну? Все денежки он мне оставил. Саша. Да? Зачем тебе Аля? Тебе 30 лет всего. У тебя вся жизнь впереди. Отпусти ее. Лен, а я ее держу? Мне она совсем не нужна. Но не выгонять же, раз она от тебя сбежала. Ошибка. Надо было тогда делать аборт. Но теперь уже все, обратно не родишь. Ты-то как живешь? Может, тебе помощь какая нужна? У меня все хорошо. Но Аля, она смысл всей моей жизни. Понимаешь? Саша, я тебя очень прошу. Ладно. Больше не повторится. Буду приглядывать за ней по первому классу. Обещаю. По-честному. Thank you.
обыск. Следователь ОБЭП Швецов. Смирнова Елена Васильевна? Да. Я расследую дело о хищении денежных средств со счетов вашей фирмы. Сумочку позвольте. Идемте. Олег Иванович, я закончил. Здесь ничего. На-ка, вот посмотри. Присаживайтесь. Ну, Елена Васильевна, откуда пожаловали? Уж мы вас искали, искали, искали. Вон Татьяна Львовна ни за что не хотела нам рассказать. Где вы? Я была за границей, по личным делам. Ну да, ну да, мы так и предполагали. А чего вернулись? Послушайте, это случайно получилось. Я хочу отдать обратно эти деньги. Все 30 миллионов? Вы о чем? А вы о чем? Со счета вашей фирмы исчезли все деньги. Вы хотите их вернуть? Как? Все. Так вот почему. Да, теперь все понятно. Разрешите? Олег Иванович, мы все закончили. Нашли флешку, она лежала в сумочке. У меня чисто. А тут кредитка. Ну, хорошо, хорошо. Поехали-ка с нами, Елена Васильевна. Расскажите, чем это вас так осенило. Подождите минуту, пожалуйста. Лена, что с Алей? Это было недоразумение, Татьяна Львовна. Теперь она осталась там. Саша богата, у нее большие возможности. Для Али это всегда было очень важно. Наверное, она быстро меня забудет. Это записано камерой видеонаблюдения в холле вашего офиса. Также записано еще одно посещение, ночное, в компании с неизвестным мужчиной. Показать? Не надо. Я ничего не понимаю. У нас не было камер. Когда их поставили? 13 июня. А я ушла 12-го. А, поэтому он мне не дал 13-го дела сдать. Он камеры ставил. Елена Васильевна, вы заявление об уходе не писали. Дела не сдавали. Я написала заявление. А где оно? Не найдено. Деньги ушли 14 числа, как раз в тот день, когда вы в своем кабинете, извините, сидели. Но откуда это известно? Ну вот, время установлено по камере. Больше никого из сотрудников бухгалтерии в офисе не было. Вот их показания, у всех алиби. Да они и не смогли бы. Флешку-то, Елена Васильевна, у вас нашли. Это не я, это мой шеф снял. Он в это время был на стройке. Там свидетелей человек 100. Лара, она сказала, на 5 минут разминулись. А нельзя время на этих камерах как-то подкрутить? Ну, установить по-другому, неправильно. Профессионально рассуждает, а? Елена Васильевна. Найдите его, пожалуйста. Это он украл. Да мы ищем, ищем. Да только знаете, как бывает, так вот иной раз ищешь человека, ищешь, как живого. А он в это время давным-давно отдыхает на дне речки. Плюх с камнем на шее. Да вы что? Вы серьезно? Вполне. На кредитке без малого 100 тысяч евро. Вся сумма переведена 16 июня. Все, Елена Васильевна, хватит из себя сиротку корчить. Пожалуйста, объясните происхождение вот этих денег. Подождите. Но если со счета пропали все деньги, ну как же? Должно было что-то остаться. Что остаться, простите? Откуда вы получили эту сумму? Что за мужчина был с вами ночью в офисе? Зачем? Я знаю, что имею право не отвечать на вопросы. В таком случае, пожалуйста, подпишите подписку о невыезде. Мы будем ходатайствовать о вашем аресте. Лен, ну наконец-то! Где ты ползаешь? Я уже весь извелся.
И телефона у меня твоего нет. Что случилось, Иван Сергеевич? Татьяну Львовну отправил в больницу 2 часа назад. Представляешь, иду, она сидит на скамеечке. И еле живая уже. Ну, видно, в магазин ходила. Ну, я скорее в скорую говорю, присылайте сердечную. Ну, этот, как его? Ну, реанимобиль. Они прислали, как всегда, обычную, но сказали, что отправят ее в 21-ю больницу. Извините. Простите, пожалуйста. Куда вы Я не понимаю, зачем вы время тянете. Ей надо срочно операцию делать. Не я этот порядок придумала. Ждите медсестру. Что у вас? К вам недавно привезли Смирнову, Татьяну Львовну. Я так поздно, потому что не знала. Может быть, меня пропустят к ней? Узнать, как она. Смирнова умерла. Здесь, в приемном покое. Мне очень жаль. Утром приходите, заберете, и документы вам оформим. Извините. Кто там следующий? Тим, Татьяна Львовна умерла сегодня в 21-й больнице. Утром надо забирать. Зачем все это? Разве так нужно? Наверное, я уже схожу с ума. Нет. Что-нибудь. Не могу. С кем я говорю? Никого же нет. Семьи Смирновых больше нет. Как жаль, что Смирновы – это мы. Нет, нельзя спать. А то я в тюрьму опоздаю. Ты чего такая тухлая? Расхотелось во Францию ехать? Да нет. Только я, наверное, после этого у вас не останусь. У кого у нас? Ты чего это меня на «вы» называешь? Я домой поеду. А то там мама совсем одна. Ну, это как хочешь. Сама решай. Кто это? Не знаю такого. Да. Нет, в аэропорту. В кафе на 2-м этаже. Мы через 20 минут улетаем. Хорошо, сижу, никуда не ухожу. Господи, этот-то откуда взялся? Станок, ты помнишь магазинчик на 1-м этаже? Мне там сережки понравились, такие сердечки с бриллиантиками. Сходи, купи их, Альке. Привет. Привет. Я только с самолета. А Лена где? Откуда я знаю? Она вчера улетела, рано утром. О, черт. Разминулись. Курортный сезон. Билетов ни хрена нет, на этот еле сел. Ты Аля? Да. А вы кто? Познакомься. Это Игорь, твой... Тихо. Ты сейчас ничего не должна говорить. Выпей кофе, покури, главное молча. Ты свистеть умеешь? А кто не умеет? Посвящение Эльвире Мадиган, знаешь? Чего? Кто тебя воспитывал, а? Вадик. А, да, забыл. Слушай и запоминай. Повтори. Зачем? Надо. Господи, да это же мой ребенок. Никаких ДНК не надо.
Ну, конечно, твой. Она же на тебя похожа. Посмотри внимательно. Слава богу, нет. Она очень красивая. Правда? Да. Я даже не ожидал такого. Значит, ты мой родной папа? Да. Но, прости меня, я сам об этом узнал только позавчера. Но теперь мы с тобой никогда не расстанемся. А почему ты мне сказал, что он умер? Зачем ты это сказала? Ну, я не знала, где ты, что ты. Думаю, зачем тебе проблемы, если что? Спасибо, дорогая. Слава богу, ты не будешь больше о нас заботиться. Теперь мы будем жить втроем. Я, ты и Лена. Мама? Ты что, ее любишь? Очень. А она тебя. Она без тебя жить не может. Мы должны быть рядом с ней сейчас. Ей очень плохо. Надо это все исправить. Как ты сам-то? Деньги есть? Теперь у меня все есть. Аленька, сейчас самолет летит на Москву. Мы обязательно должны на него попасть. Спасибо. Не за что. Сижу на том месте, где мы с тобой поругались. А мне-то что? А ты долго еще будешь в Праге? А тебе-то что? Соскучился. Знаешь? Я решил никуда не ездить. Ведь и здесь можно нормально учиться. Да что ты. Аль, возвращайся, пожалуйста. Я без тебя не могу. Приезжай. Мы сейчас с папой. Вылетаем рейсом 142. Можешь встретить нас, если хочешь. А там посмотрим. Это кто, парень, что ли, твой? Да. Так один. Мы просто с ним вместе рок-н-роллом занимаемся. Чем? Рок-н-роллом? Да я мечтал об этом всю свою жизнь. Правда? Да? Алло, а Игоря можно? Нельзя, он сейчас в душе. И вообще, хватит сюда звонить каждый день. У человека со дня на день ребенок родится, она звонит. Но не бросит он меня, неужели непонятно? А таких, как ты, у него всегда был вагон с прицепом. И хватит уже! Ну, стерва же ты, Алиска. Я? С чего это? Обломала бедную тетку. Ты-то уходишь, а она, может, любит его. Знаешь что? Если эта скотина не досталась мне, пусть не достается никому. Я на него 4 месяца угробила. Лелеяла, можно сказать, надежду. А разве он ее тебе давал? Нет. Поэтому тем более. У меня вчера в этой больнице мама умерла. Смирнова Татьяна Львовна. Мне очень жаль.
Кто вам сказал, что она умерла? В приемном покое сказали жене. Вчера ночью. А, ну если вчера, то все ясно. У нас тут поблизости газ в доме взорвался. Почти 50 человек привезли. Ужас, что было. Ну и вот. Фамилия-то у вас не самая редкая. Добрый день. Вадик! Что случилось? Ничего. Не обращай внимания. Просто переволновался. Как ты? Очухалась. Видишь, уже сижу. Лена, как уехала, я и забыла лекарство пить. Вот тебе и результат. Ты мне вещи не привез? А то посмотри, в чем я. Нашли какие-то обноски? Сейчас съезжу, привезу, Лена мне все даст. Ты уж с ней поласковее, жалко ее. Аля-то вон в Праге, у Сашки осталась. Ой, как же я могла забыть, что у нас вчера-то было? Как Лена? Я до нее дозвониться не могу, не отвечает, и утром, и сейчас вот только что. Вадик, ее, наверное, уже посадили в тюрьму. За что? Думаешь, я поняла? Хищение какое-то. А что она похитила? Да не она, на нее свалить все хотят. Так, надо что-то делать. Надо ехать. Мама, сядь. Какие тебе сейчас поездки? Я сам разберусь. Да тебя не пустят. А я все-таки больная старуха, заслуженная артистка, черт возьми. Мне не откажут, чтобы с ней увидеться. Подожди, а как же мы узнаем, где она? Дай мне лекарство. Там, на тумбочке. Мама, давай потихонечку до дома доберемся, а там уже будем искать. Новый год, а? Сроду такого не было. Первый раз в жизни. Ой, что это? Смотри, ежик! Какой смешной! Откуда он взялся? Ну, наверное, он подумал, что уже весна, и проснулся. И заблудился в тумане. Мы теперь всегда будем встречать Новый год вместе. А давай всегда здесь. Давай. Ты вернулась, молодец. А Лена где? А что, дома нет? Нет. И телефон не отвечает. Мобильный-то, вот она же у меня забыла. А вы давно расстались? Давно. Слишком давно. Надо дверь ломать. Она железная. МЧС справится. Вадим. Вадик, это лучшее, что ты сделал в своей жизни. Что я сделал? Приехал именно сейчас. Скорей.
Ну, наконец-то. Вышел ежик из тумана. Мамочка. Алька, ты откуда взялась? Где это мы? Как ты себя чувствуешь? Больница. Ну да, я же отравилась. Мамочка, прости меня. Мы уже все, мы больше без тебя не будем. Мы без тебя не можем. Таких, как ты, уже нигде не купишь. Больше не производят, понимаешь? Даже запчастей нет. Уходи, пожалуйста. Я не хочу с тобой. Почему? Ой, я же забыла. Я звонила тебе. Хотела предупредить. Так я же в самолете туда-сюда. Тогда я домой позвонила. Черт, понимаю, Алиска. Свиненок такой. Лен, да я с ней уже месяц как даже не встречался. Мне все равно. Я хотела сказать, они знают, что мы деньги украли. Родная моя, да ничего мы с тобой не крали. Я деньги эти перевел со своего счета. Я тебе верну. Но меня все равно посадят. Шеф подставил. Украл 30 миллионов и сбежал. Лен, я все понял. Ты, пожалуйста, не волнуйся, тебе нельзя сейчас. Никто тебя не посадит. Я найду его. Аль, давай выйдем со мной в коридор на минутку. Мам, я сейчас. Она не будет сейчас со мной разговаривать. Ей надо остыть и отойти. Короче, вся надежда на тебя. Ты должна ее выходить, понимаешь? Да. Деньги на первое время у тебя есть. Через пару недель дам еще. Если что, сразу ко мне. Я твой отец. Ты это понимаешь? Да. Я сейчас должен сделать очень много дел. Надо успеть. Я все понимаю. Иди, пап. Ты только не сомневайся. Алька, иди сюда, я все сделал. Тут просто розетка была неисправная. Как красиво. Ну, ты собралась уже наконец. Угу. Тёмка, ты гений. Кто это? Привет. Привет. А ты что, ты вернулся, что ли? Да. Мы сейчас в клуб уходим. Все? Нет. Бабушка у Раисы Михайловны, а мама на неделю в деревню уехала. У нее все в порядке? Да. Папа и какие-то дядьки из службы безопасности ее начальника нашли. А она теперь с папой вместе? Нет еще. Пока. Игорь! Подожди!